Кто-то будет еще? Ну, все. У нас есть время, мы будем ждать, или что мы будем делать? Да. Все здесь разведется ситуацию на данный момент, а потом будут вопросы. Срок пребывания здесь, он, конечно, будет в первую очередь определяться состоянием Бориса Николаевича. Трудно планировать, но думаю, что, наверное, еще дня три мы здесь проведем. Ну, вопрос, конечно, правомерный. Я хочу сказать, что в общем и целом заболевания легочные. Но вы понимаете, я не хочу быть пессимистом, но и оснований для очень большого оптимизма пока тоже нет. Потому что, конечно, в общем, Борис Николаевич, наверное, смог бы и, может быть, и сможет принять участие в этой встрече. Но сама по себе ситуация, связанная с воспалением легких, ведь она не только вот сегодня имеет место, понимаете, за ней всегда идет достаточно длинный хвост, такое восстановление, так называемый астенический синдром, который длительное время тянется, и понимаете, очень сложно сейчас сказать, во что ему обойдется участие в этой встрече. Но еще раз говорю, что мы такого жесткого табу не ставим. Все будет зависеть от его состояния на этот период.